Денежную премию от Олимпийского комитета получили ветераны муромского спорта. С инициативой поддержать спортсменов, вышедших на пенсию, к олимпийцам обратился глава округа Муром Евгений Рычков. Подробности в сюжете. Люди, всю жизнь отдавшие спорту, сегодня вынуждены соблюдать строгую самоизоляцию. С инициативой поддержать ветеранов муромского спорта выступил глава округа Муром Евгений Рычков. 13 тренеров получили от Олимпийского комитета России денежные премии, которые сегодня были вручены лично каждому в руки. Это все уважаемые люди, которые когда-то в свое время приносили успех спортивный нашему городу. Люди, которые были тренерами или были спортсменами. И возраст их уже достаточно зрелый. Это ветераны старше 70, есть ветераны, которым уже 90 лет, которые, ну, достаточно, скажем, живут скромно, но вклад их в развитие спорта очень большой. Прибавку к пенсии в 4000 рублей сегодня получил и тренер по велоспорту Владимир Мамонов. И кажется, рад он сегодня не столько деньгам, сколько вниманию, которого очень не хватает на самоизоляции. Некомфортно, конечно, мы сидим дома, все занимаемся чем-то, выходим в огород, гуляем. Но приятного мало. Хочется уже на улице, хоть что-то делать, что-то творить потихоньку. Жаль, что воспоминания муромских ветеранов о спортивных успехах записать сегодня не удалось, так как церемонии вручения были стремительными. Ведь сейчас самое главное – сохранить здоровье уважаемых атлетов. Ольга Келешина, Александр Симонов. Наши новости.